«Се человек» – «Эссе Хомо». Картина Иеронима Босха, которая находится в Музее искусств Индианаполиса, США. Правда, авторство Босха оспаривается. Она была создана примерно в 1490 году. Очень похожая картина находится в другом американском музее – Филадельфийском музее искусств. Но это уже точно работа не Босха, а одного из его подражателей. Дендрохронологический анализ показывает, что она была создана в конце 16 столетия, после 1557-1563 года, уже после смерти Босха. Ранее датой создания этой картины считался 1470 год. Признается, что качество филадельфийской работы выше, в связи с чем вариант из Индианаполиса иногда считают копией утерянной картины или рисунка Босха на ту же тему. Не следует путать эти две работы с третьей картиной «Эссе Хомо», которая находится в Штеделевском институте во Франкфурте на Майне. Картина из Филадельфии до 1910 года находилась в коллекции Томаса Снейтона в Лондоне. 1 июля 1910 года была продана им как образец раннего немецкого изобразительного искусства за 650 гиней и еще недолго оставалась в Лондоне, пока в августе ее не приобрел американский коллекционер Джон Джонсон. Джонсон умер в апреле 1917 года и оставил всю свою коллекцию произведений искусства городу Филадельфия. С 1931 года она находится в Музее искусств Филадельфии. Картина из Индианаполиса в 1939 году принадлежала артиллеру из Лондона маршалу Свинку. В 1940 году она также попала в США и впоследствии оказалась в Музее Индианаполиса. «Эссе Хомо» – «Все человек» – слова Понтия Пилата, которые он произнес утром Страстной Пятницы в Иерусалимской притории рядом с башней замка Антония, пытаясь вызвать сострадание толпы, требовавшей распятия Иисуса. Когда вышел Иисус в терновом венце и погрянице, и сказал им Пилат: «Все человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». На картине мы видим Иисуса со связанными руками и в разодранных одеждах, Понтия Пилата подле него, учителей Христа с розгами в руках и искаженными лицами. Внизу беснуется толпа, скандирующая «распни», излучающая безмятежность фигура Христа контрастирует с истерической толпой. Картина вполне вероятно могла быть частью более крупной работы, которая представляла различные сцены страстей Христовых. Картина условно разделена на два уровня. В верхней части главенствует Иисус с Пилатом. Перед Иисусом парапет немного ниже, что подчеркивает его уязвимость. Картина выполнена в золотисто-желтых тонах.